когда меня непосредственно подпустили к телу, она находилась вот здесь вот. А сказали, что нашли ее в яме. Мы с ней обсуждали ее завтрашний день. Перепиской обсуждали. Она скидывала мне варианты аренды квартир. Я сомневаюсь, что человек под запрещенными веществами станет общаться с родителем. У девочки был молодой человек, которому она в ту роковую ночь успела отправить видеосообщение. Оперуполномоченные уголовного розыска сейчас прочесывают лес с целью обнаружения телефона Даны.